Я шериф, я не должен был находиться здесь. Ладно. Ты кто? Я мегамозг, могу помочь, должен прожить. Сколько ночей? Окей, сидим здесь. На мегамозга кто-то напал. Он пытается... Так, он отошел. Так, ну, первая ночь в тюрьме, давайте. Кажется, у нас есть враг. Очень такой. Так, мегамозг. Сейчас ищет этого врага. Так. Мегамозг, что, у нас нет врагов? Кажется, враг ушел, и первая ночь была прожита. Но мне кажется, ничего бояться не надо, потому что... Я хочу отсюда выбраться. Ой, это секретный персонаж! Так, секретный персонаж ушел. Стоп! Что там? Что-то... Да блин! Она помогает этому Джо! О нет, о нет. Так. Так, а как... Так, здесь есть вентиляция. Может быть... Мне кажется, одеры еще оттуда могут теперь вылазить. Так, что там, Джо? Ай! Так. Ой, еще аж секретный персонаж меня стреляет. Так, что там происходит? Она. И где Джо? Джо стреляет в нее. Ой, отходим, отходим, отходим. Джо. Ладно, это же игрушечные пули были. Джо. Надо ему поверить. Надо открыть дверь. Джо. Ладно, откроем ему дверь. А, и быстренько закрываем. Этот... Так, ух, очень страшно. Кто? Джонни? Он хочет до меня достать. Ну, твоя суперспособность не сможет пробраться в эту тюрьму. Ух, меня Джо там не поймал, а ты еще прыгаешь. Смотрите. Ну, это получается третья ночь. У него тоже есть оружие. Что будет, если мы попаемся в эту ловушечку? А, ну чё, как ты? Чё он будет делать? Ну чё, как ты? Как ты там? Нормально. Так. Джонни сейчас такой. Вот, посмотрите на него. Он пытается вытащить меня. Ну, бросил меня. Эй, чё думал? Так легко меня поймать? Кажется, да. Ты даже меня не поймал. Ой. Ой! Это как?
ну все, ночь закончена. Ух, ребята, короче, все нормально, но... Ты кто? Неужели это тот самый принц пауков Аркимон? Это он! Так, ребята... Так. А что, интересно, куда он пошел? Стоп. Вентиляция. А как бороться с вентиляцией? Ребята, как бороться с вентиляцией? Может быть, как-то ее можно перекрыть? Но для этого надо выйти с этого участка. Так, но я слышу, что кто-то ползется. Вентиляция. Так. Ага, принц Пауков. Так, где тут закрыть? Так, вот тут есть кнопка синяя. Ой. Но все равно за... Ну чё? Вентиляция была закрыта. Бумажка какая-то полетела. Так, и он уполз. Так, ну давайте посмотрим, что там в бумажке. История мегамозга. Раньше я был таким малышом, а теперь, ну, все стало плохо. Я отправился на планету Земля. А, понятно. На другую планету. И он что делал? И он попал в тюрьму. В эту. Ну, понятно. Так. И его отправили в школу просто так. Не знаю зачем. Ладно, давайте. Так, что дальше? Откуда принц узнал эту историю? Наверное, она настоящая, либо фейковая. Так. Ну, все, короче. И у него был главный враг, Мачо Мэн. Вот его фотка. Стоп, принц? О, нет. Принц, что ты будешь делать? Так. Вентиляцию надо открыть. Блин. Так, ребят, вентиляция сама как-то открыть. Кто это там? Король? Кажется, мне не надо его искать. Как вы знаете, я ищу короля. Но он сам ко мне придет. Кто ищет, тот всегда найдет. Но есть минусы. Он ползет по вентиляции. И вот. Это правда он. Ну ладно, закроем вентиляцию. Ну что, а что сейчас делаешь? Стоп. Вторая вентиляция есть. А как ее закрыть? Надеюсь, там закрыто все. Нет. Давай, я затянусь. Ладно, придется пробежать, пока нет охраны. Закрыть дверь. И вот так вот. Так. Так, вот мы тут сидим. И сейчас король такой выползает и сидит тут. Вот он. Ну чё, король, ты пойман? Наконец-то мы прожили новую ночь. Но мне кажется, в Мачо Мэн он будет здесь. Так, всё.
Новая ночь. Так, король пропал. Мачом мэн. Стоп, ребята. Это мачом мэн. Что он делает? Он может ползти по вентиляции. Он сейчас откроет. Он сам открыл дверь. Так, ребята, нам ничего нет. Нам приходится только одну. Ползти по вентиляции. Другую камеру. Чтобы он подумал, что мы поползли. Так, ползем, ползем. Так, вот, смотрите, ускорение. Ускорение немного, ускорение. Так, где? Где я? Вот. Во. Привет всем. Так, я не струсил. Если вы поняли, подписчики, что я не струсил. Так. Так, вот он я. Где Мачумен, я не знаю. Давайте. Так, пока охрана там. Быстрее. Прыгаем. Мачмен! Получай! Так. Почему он, наверное, полез по вентиляции? Так. Так. Так, Мачумен уже подумал, что я сбежал. Так, это там Мачумен. Окей. Так. Так. Вот так. Так. Там кто-то есть, ребят. Так. Там кто-то есть. Так, там полицейский, окей. Вдруг он удар. Надо. Ладно, я должен тут до конца дожить. Осталось очень немного времени. Так. Окей, так. Бензин. Так. Кажется, все, мне конец. О, нет. Ладно, это я был. Кто? Мегамозг, это ты? Так, написал. Я тебя проверил. Ну, окей. Так. Я всегда буду злодеем. Ты был прав. Так, побежали. Как я понял, я был прав. Он всегда будет злодеем. Стоп, а где его тачка? Вот. Быстрей. Быстрей, быстрей. Мегамозг, быстрей, пока тебя тоже не утащили. Давай, поехали. Это чья тачка, твоя, да? О. Ну так, я, если что, шериф. А куда мы едем? Искать короля. Понятно. А зачем нам туда?
А, точно, я же сам еще королевну поехали. Где-то есть яхта, которая приведет нас в больницу, а где-то в больнице должен находиться король. А. Ну и мы едем к яхте. Да, но до яхты надо добраться. Вот она, яхта. Надо заставить ее работать. Так. И как мы доплывем до нее? Лагерь! Там есть лодка. Точно.